Одинцовские единороссы включились в подготовку конкурса школьных музеев. Инициатива приурочена к 75-летию Победы и реализуется в рамках проекта «Историческая память» совместно с Союзом краеведов России и при поддержке Российского исторического общества. В этом году прием заявок осуществляется до 20 марта. Каждая из них рассматривается и ставится в план посещения. В дальнейшем комиссия определит тех, кто представит муниципалитет на региональном уровне.